11:40 нам поступил сигнал, что в ювелирный магазин ворвались трое неизвестных, завладели золотыми изделиями. Выехав на место, установили предварительный опознак, что трое в масках медицинских с оружием зашли, пригрозили применением оружия продавцам магазина и забрали золотые изделия. А как они забрали? Они при этом что-то били? Разбили три витрины, в основном забрали лотки с золотыми цепочками и скрылись в неизвестном пока направлении. Следственная оперативная группа работает на месте, отрабатываем место происшествия, прилегающую территорию, вносим в реестр 187-ю часть 2-ю, раскрываем. Скажите, а есть ли какие-то меры заказа сигнализации установлены? Сигнализация, у них охрана ГСО. Сейчас выясняем, кто когда прибыл. ГСО приехал, но преступники находились недолгое время. Видео мы посмотрели. До минуты они находились и скрылись после этого. А успела воспользоваться тревожной кнопкой продавец? Продавец, с ее слов, сразу же нажала кнопку. Но, учитывая время, которое они провели там, сотрудники милиции не успели бы приехать.